Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Доделал я БРДМ-1, поставил всю мелочевку с фототравления. Вот так он на данный момент получается. Сейчас подготовлю краску, сниму резиновые покрышки. Беру в сторону трос и начну красить. Красить буду по технологии белое-черное. Попробую ее. Посмотрим, как получится. Краску решил брать не чисто черную, а Tira Black. И H1 белую. Краска Мистер Хобби. Ну, ствол пулемета буду красить Metal Black или Gun Metal. Сейчас подготовлюсь, заправлю аэрограф и начнем красить. Краску буду разводить в пропорции 1 к 4. Развел, подготовил краску. Теперь приступим задувать модель.
пока БРДМ подсыхает, задую ствол пулемета краской Мистер Хобби H28 Metal Black Gun Metal. Краска очень хорошая, хорошо ложится и цвет очень натуральный. Пусть ствол тоже подсыхает. Развел белую краску. Теперь пройдем по граням и сделаем плавный переход от черного к белому.
Друзья, как получилось, вот такой вот получился контраст. Дам модели подсохнуть, пусть краска хорошо высохнет, и потом уже при дневном освещении посмотрю, если где-то что-то не хватает, то еще поддую белого цвета. И после этого уже начну делать базу. Базовый цвет будет защитный. И посмотрим, как модель будет после этой технологии смотреться. Если понравится, то, наверное, буду и в следующих работах применять данную технологию. Может быть, я что-то делаю неправильно, но по крайней мере, если не начнешь что-то делать, то не научишься. На этом, друзья, буду заканчивать эту серию. Пишите комментарии, пишите, что вы думаете, или, может быть, как-то надо немного по-другому делать. С удовольствием почитаю, выслушаю, может, поправлюсь, если я где-то неправильно что-то сделал. Ну все, друзья, всех благ вам, вашим близким. Ждите выхода следующей серии. Оставайтесь с нами. Спасибо вам, друзья.